Сталінські репресії, Велика Вітчизняна, повоєнний розквіт злочинності, суворий час трагедії звершень героїчної боротьби і кривавих злочинів, людяності і тваринних інстинктів. Історія рідко переймається долями рядових громадян та пишуть її саме вони. Смертельний двобій правоохоронців і кримінального світу. Люди, про яких мовчать архівні справи. Події, про які дехто хотів би забути. Коли правда влаштовує не всіх, з'являються легенди. Кишов незаметно бросил в рот две таблетки валидола и запил водой. 50-летний Иван Федорович недавно женился, и слабое сердечко давало о себе знать после любовных утех с ненасытной молодой женой. Сейчас Никишов был абсолютно счастлив. Он царь и бог Дальстроя, крупнейшего сибирского треста. Уже третий год война приносила ему солидный куш. Весь американский ленд-лиз, поставляемый для фронта через Магаданский порт, проходил через его липкие ручонки. Никишов снова плюхнулся в бурные объятия жены, которая принялась выжимать из 50-летнего генерала НКВД последние соки. Но насладиться блаженством Никишовым было не суждено. Утехи молодых прервал настойчивый стук в дверь. Тревожить хозяина в такие минуты мог лишь только его верный адъютант Мишаня, и только в экстренных случаях. Войдя, Мишаня бросил похабный взгляд на раскрасневшуюся девушку и передал Никишову пакет с грифом «Совершенно секретно». Из депеши. Из разведывательных каналов стало известно, что в ближайшее время в Магадан прибудет ревизионная комиссия из США. Ее цель – проконтролировать распределение ленд-лиза и убедиться в платежеспособности СССР по поставкам военной помощи. Берия. Дочитав депешу, генерал растерянно уставился на помощника, который буквально раздевал глазами дородную молодуху. Никишов, перехвативший этот взгляд со всего маху, хлестнул адъютанта конвертом по морде и пробасил: «Срочно собрать начальников лагерей и директоров приисков, утроить нормы добычи золота, усилить охрану, всех подозрительных задерживать и проверять по полной программе. Свободен!» Далее Никишов, вмиг постаревший на десяток лет, трясущимися руками налил стакан воды. «Это катастрофа, Анюта. Если американцы докопаются до правды, Лаврентий меня в порошок сотрет». В 1943 году президенту США Рузвельту на стол лег доклад американской разведки. В нем сообщалось: по нашим данным, СССР обманывает Америку в вопросах ленд-лиза. До фронта грузы не доходят, их воруют местные ведомства. Кроме того, есть подозрение, что расплачиваться за грузы страна Советов вовсе не намерена. О том, что Рузвельт отправит ревизию, советская разведка тут же доложила в Кремль. Об этом Берия тут же предупредил своего наместника на Коломе, главу Дальстроя Никишова. Визит американской делегации мог обернуться грандиозным скандалом. Ведь большая часть ленд-лиза действительно не доходила до фронта, а шла на нужды Дальстроя. Также в секрете держалось, что добычей золота и драгметаллов занимались полуголодные заключенные ГУЛАГа. А это могло очень не понравиться американцам, которые на каждом углу ратовали за равенство и демократию. Американский военный ленд-лиз никогда не был безвозмездной братской помощью. Все оставшееся после войны имущество должно было быть полностью оплачено, значилось в условиях договора. И колымское золото регулярно уплывало из Магадана в Сан-Франциско в трюмах хорошо вооруженных крейсеров. В договоре также был пункт, что вся помощь предназначается исключительно для ведения военных действий. Использование ленд-лиза не по назначению грозило СССР скандалом со странами-союзниками.
Никогда еще обитатели Белого дома не видели своего президента таким нервным. Эти русские медведи считают нас дойной коровой. Рузвельт протянул бокал виски своему визави, вице-президенту Генри Уоллесу, ответственному за программу поставок ленд-лиза в СССР. У нас они клянчат помощь на правах союзников и потом тихонько воруют ее. Есть информация, что наш ленд-лиз они не используют в войне с фашистами, а закрывают свои экономические дыры. Генри, вы должны отправиться в Магадан и проверить все на месте. Если данные разведки подтвердятся, мы выставим русским совсем другой счет. Бывший агроном Уоллес слабо разбирался в военном деле. Последние 7 лет он занимался сельским хозяйством и на посту вице-президента чувствовал себя несколько неуверенно. Но, мистер президент, главное для нас, чтобы они вовремя платили. Вы правы, Уоллес. Эта война – одна из самых удачных инвестиций в США. Но, по последним данным, русским нечем рассчитываться. Сталин банкрот. Поставки грузов из США, Канады и Великобритании в СССР проходили по 5 основным маршрутам. Северная Россия, Персидский залив, Черное море, Арктика и Советский Дальний Восток. Но северные конвои были делом крайне рискованным. По всему маршруту на них охотились немецкие подводные лодки и торпедоносцы. В июле 42-го был уничтожен целый караван ПК-17. 11 из 36 судов пошли на дно. А вот дальневосточные маршруты были одними из приоритетных. Потери грузов на Тихом океане были на порядок меньше общих потерь в Атлантике, составляли менее 1%. По крайней мере, так говорилось в отчетах. Но и совсем безопасным Тихий океан назвать было никак нельзя. Там тоже шла война. Со дня нападения на Пёрл-Харбор США воевали с Японией, и Квантунский флот то и дело топил американские и советские корабли. За годы войны японцы потопили 50 торговых судов СССР. Однажды сами американцы, перепутав, впустили на дно советскую подлодку. Рузвельт поморщился, вспомнив, как представителям Белого дома пришлось извиняться за этот факт. Но больше всего, Генри, меня беспокоит, что Сталин не разрешает нашим крейсерам заходить в дальневосточные порты. Значит, черт побери, русским есть что скрывать. Мы выдвинули ноту протеста и настояли на визите, но Кремль согласился только на вашу кандидатуру. Они требуют, чтобы не было ни одного военного представителя, только конгрессмены и хозяйственники. Далее Рузвельт рассказал вице-президенту, что в Магадане комиссию будет принимать руководство Дальстроя. Именно этот трест ответственен за добычу и отправку золота и драгметаллов в США по расчетам за военную помощь. Дальстрой – государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы. Крупнейший промышленный центр России по добыче золота, олова и других редких металлов. Огромный, жестко централизованный индустриальный лагерь, основу рабочей силы которого составляли заключенные ГУЛАГа. Дальстрой непосредственно участвовал в перевозках ленд-лиза. У треста имелся даже свой флот – 5 крупных быстроходных судов. Конечно, дальстроевская флотилия не могла полностью обеспечить поставки в обе стороны. США и Англия предоставили Советскому Союзу свои корабли, но все они ходили только под советским флагом и только с советской командой на борту. По официальным данным, ни один американский или английский моряк за время войны не сошел на берег в дальневосточных портах. Это было жестким условием Кремля, и оно вызывало крайнее недовольство союзников. Но грузы Дальстрой доставлял исправно. Более 500 000 тонн американской помощи было перевезено из США в СССР. Правда, третья часть этих грузов в Магадане была зачислена как грузы Народного комиссариата внешней торговли, то есть нагло списана. Конечно, в США про это не должны были знать. То, что американцы посылали нам для фронта, для победы, использовалось на Дальнем Востоке для содержания репрессивного аппарата НКВД, охраны лагерей и приисков. В Государственном архиве Магаданской области хранится любопытный документ.
В нем напрямую говорится, что руководство Дальстроя планировало иметь количество заключенных в два раза превышающее аппарат НКВД. Ведь тех и этих надо было кормить. И американская тушенка пришлась как нельзя кстати. Не возить же продовольствие с большой земли. Генерал Никишов начал наведение порядка в своем царстве. В первую очередь на золотом прииске имени Фрунзе, где планировал побывать Уоллес. «Твари, всех перестреляю!» От ярости он ударил начальника воспитательной работы. «Ты, мерзота, первым под вышку пойдешь!» Никишову было с чего лютовать. Один из охранников лагеря, которого он приволок за шкирку под гневным взглядом генерала, выложил из карманов американские сигареты Camel, зажигалку Zippo и открытку с улыбчивой американской девушкой. «Вы в какой стране живете?» – орал он на замполита. «Почему все союзническое? Развели мне тот клондайки с техасами. Я вам покажу ковбойские рожи». Далее глава Дальстроя приказал, чтобы во время визита комиссии не было видно ни одной зэковской рожи. Попрятать всех по баракам. Самых агрессивных из уголовников и паханов перевести на время в другие лагеря. Никишов со злостью схватил со стола замполита банку американской тушенки и швырнул ее в угол. Чтобы завтра ничего американского в лагере не было. Ни шмоток, ни посуды, ни тары, ни оберток от мыла. Провести шмон среди зэков и администрации. Головой отвечаешь, иначе затолкаю тебе эту тушенку в задницу. Нужно сказать, что с 42 года вся Колыма жила на хлебе из канадской пшеницы. Получала по карточкам американскую тушенку, колбасный фарш, покрытый слоем пыли шпик, очищенные томаты в маринаде урожая 1908 года в проржавевших банках. Сахар, молоко, яичный порошок, словом, все. От курток канадских лесорубов до мелочей курительного обихода все шло из США. Офицеры магаданского гарнизона щеголяли в парадных кителях, фуражках, хромовых сапогах из Штатов. Никишов предпринимал лихорадочные усилия, чтобы подготовиться к приезду дивизии. За несколько дней до появления Уоллеса в магаданские магазины были свезены старые довоенные запасы продуктов и промтоваров исключительно советского производства. Генерал лично инспектировал точки общепита и раздавал пенделей работникам торговли, которые продолжали из-под полы приторговывать американскими товарами. «Придурок!» – орал Никишов на заведующего склада. «Ты чего напялил на себя американские ботинки? Со свету меня свести хочешь? Быстро снять!» Ошалевший торгаш быстро снял теплые, удобные ботинки, но так и продолжал сжимать их в руках даже после ухода грозного генерала. В городе в те дни настало неслыханное изобилие. Даже в продтоварных лавках последнего разряда, где принимали карточки освобожденных зэков, срочно выкрасили прилавки и начали отоваривать кусковым сахаром, сгущенным молоком, настоящим чаем. Делалось все, чтобы у высокого гостя осталось самое благоприятное впечатление от СССР. В Магадане Уоллесу приготовили шикарные апартаменты на проспекте Сталина. Выяснилось, что гость предпочитает ватер-клозеты. В таком крупном городе они вроде должны были присутствовать. Но, увы, такая роскошь имелась только в обкоме партии и в квартирах высокопоставленных чиновников. Не возить же ведь с президента по нужде в обком. Выход таки нашли. И за два дня смастерили раздвижной стульчак из красного дерева. Раздвижной потому, что зэки-краснодеревщики габаритов у Уоллеса не знали. На этих редких кадрах хроники показан прилет вице-президента США Уоллеса в Магадан на военно-транспортном Дугласе. Он прибыл в сопровождении сенаторов, конгрессменов и представителей большого бизнеса. Генерал-лейтенант Никишов принимал Генри Уоллеса в своем кабинете. Сопровождал вице-президента профессор востоковедения Оуэн Латимор, прекрасно знающий русский язык. Гостей сразу заинтересовали планы по выработке золота и сроках его отправки. Никогда еще царь Колымы так не напоминал шута. Он волчком крутился вокруг гостя, показывая отчеты и описывая историю Магаданского края.
Чтобы здесь все заработало, нам пришлось попотеть. Первопроходцы прибыли сюда 12 лет назад. А сегодня в Магадане 40 тысяч человек. И все обеспечены отличным жильем. Никишов, конечно же, умолчал о том, что так называемые первопроходцы прибыли в столыпинских вагонах. А большая часть из 40 тысяч магаданцев – это ссыльные, не имеющие права уехать. После изучения бумаг Никишов подал знак, и адъютант внес в кабинет поднос с настоящим грузинским коньяком. «Мистер Уоллес, не желаете ли испробовать этот божественный напиток? Это коньяк 20-летней выдержки». Вице-президент с улыбкой отказался, сказав, что предпочитает виски. После чего оба гостя откланялись. Генерал нахмурился, жадно отпил из бутылки и, закусив лимоном, сказал адъютант. «Да, Мишаня, воротят нос буржуи от нашего угощения, мол, рылом Никишов им не вышел. Ух, и попьют же они у нас с тобой кровушки за этот треклятый ленд-лиз. Можно подумать, я его себе по карманам распихал, а не на благо страны употребил». Адъютант, прекрасно знающий всю подноготную распределение помощи, лишь ухмыльнулся. Разумеется, и Сталин и Берия прекрасно знали, что весь аппарат ГУЛАГа снабжается Тихоокеанским ленд-лизом. Однако помощь с других трасс Арктики и Персидского залива все же была немалым подспорьем для фронта. И нельзя было допустить, чтобы Америка прекратила поставки, узнав о незаконном растворении ленд-лиза в лагерях. За время войны СССР получил от союзников 18 700 самолетов, более 12 000 танков и самоходных установок. Американцы поставили нам 359 000 грузовиков, 44 000 джипов, не говоря уже о продуктах и одежде. Про значимость помощи союзников говорил сам маршал Жуков. Из воспоминаний Жукова. «Мы были бы в тяжелом положении без американских порохов. Мы не могли бы выпускать такое количество боеприпасов, которое нам было необходимо. Без американских студебекеров нам не на чем было бы таскать артиллерию». Во второй день визита после осмотра городских достопримечательностей Никишову все же удалось затащить важных гостей в ресторан. Подавала блюдо обворожительная официантка Ася. Уоллес чуть глаза не сломал, любуясь широким вырезом, открывающим все прелести девушки. С трудом оторвавшись, вице-президент поинтересовался. «Господин Никишов, у вас прекрасные женщины, но мы прибыли сюда не для этого, а убедиться в платежеспособности СССР. Так когда же мы посетим прииски и запасники спецфонда? По моим данным, именно туда свозится все колымское золото. Или я не прав?» Никишов вмиг помрачнел. «Вы прекрасно осведомлены о наших порядках, мистер Уоллес. Поверьте, вы будете впечатлены. Немного терпения. Кстати, у меня есть сюрприз». Никишов хлопнул в ладоши, и Ася внесла огромное блюдо свежих огурцов и помидоров, лишь утром доставленных транспортным самолетом. «Витамины? В мае? Но как это возможно на севере?» Бывшего министра сельского хозяйства Уоллеса поразили сочные огурцы и помидоры, выдаваемые за колымские. И про прииски он на время забыл. К великому облегчению Никишова. У агронома и политика Генри Уоллеса были две навязчивые идеи. Скрестить кукурузу с клубникой и капитализм США с социализмом СССР. Психологи из органов учли особую любовь бывшего агронома и министра сельского хозяйства к этой отрасли. На Колыме Уоллес с удовольствием фотографировался с коровами, пробовал соленья. Однажды вице-президент даже поучаствовал в посадке картошки, чем привел в недоумение местное население. Кстати, смекалистые магаданцы быстро поняли выгоду от визита американской делегации и следовали за ней буквально по пятам. Это был шок. Годами невиданные деликатесы и редчайшие промтовары даются без ограничений по низким государственным ценам. Увы, продолжался продуктовый рай недолго. Тот, кто был умнее, покупал еду и тут же ее съедал, не выходя на улицу. А вот
Те, кто польстились на костюмы и другие промтовары, здорово просчитались. На выходе из магазинов, когда американцы были уже далеко, у них бесцеремонно отбирали купленное. Некоторых даже били. Деньги, разумеется, никто не возвращал. Но цель номер один была достигнута. Генри Уоллес воочию убедился в том, как бессовестно лгут клеветники, распространяющие злостные слухи о скудости советского быта. Соединенные Штаты должны понять, как надо индустриализировать свои северо-западные области. Никишов не просто возил гостя по школам и теплицам. Он тянул время, чтобы замаскировать непривлекательную реальность ГУЛАГа. Накануне приезда американцев спешно спиливали сторожевые вышки по всему маршруту следования вице-президента. Колючую проволоку срезали, заборы красили в радостный бирюзовый цвет. Всех зэков спрятали с глаз долой. А в рабочие робы переодели откормленных Цириков и Вертухаев. Именно они должны были предстать перед Уоллесом, как простые работяги. С каждым был проведен инструктаж, чтобы лишнего чего не ляпнули. Вице-президент увиденным был очень доволен. Однако главный сюрприз был впереди. Уоллеса допустили в святая святых, запасники спецфонда. Он был поражен, когда его завели в помещение, доверху забитое ящиками. Никишов гордо обвел вокруг руками и предложил: «Выбирайте любой ящик, мистер Уоллес. Все они доверху забиты золотом, самым лучшим колымским золотом». Обалдевший американец ткнул пальцем в один из ящиков, и тут же Мишаня с трудом поставил его на пол и вскрыл. У американцев глаза полезли на лоб. Ящик был забит самородками. Куда там клондайку? Уоллес, не поверив глазам, достал один из кусков золота и потер об штанину. Он тут же ярко заблестел. Вице-президент передал самородок профессору Оуэну Латьмору. Тот дальше. Все с восхищением крутили в руках огромный скулак самородок. Ни члены делегации, ни сам Уоллес не знали, что это золото было свезено со всех приисков Дальстроя и больше месяца не отправлялось ни на Большую Землю, ни союзников. К тому же нижние ящики были заполнены булыжниками, а самородки находились только сверху. Эффект был достигнут. Комиссия убедилась в платежеспособности России. И тут Никишов выложил еще одного туза из рукава. Два ряженых охранника прииска втащили в помещение еще один здоровенный ящик с золотом. Сопровождающий их офицер продолжил разыгрывать комедию, четко отрапортовав начальнику Дальстроя. «Товарищ генерал, с прииска счастливой прибыла новая партия, но жила оказалась намного богаче, чем мы ожидали. Требуется еще техника и рабочая сила». Никишов вальяжно повернулся к Уоллесу. «Не желаете ли прокатиться до Счастливого? Тут всего-то каких-то 300 километров. По нашим меркам, на одной ноге допрыгать можно. Сами все на месте и увидите». Уоллес картинно замахал руками. «Нет, мы увидели все, что требовалось. Даже больше». Никишов не блефовал и действительно был готов отвезти делегацию на Счастливый. Там уже все было готово для приема. Даже самородки закопали неглубоко. Вдруг кто-то недоверчивый американец решит лично покопаться в колымской земле. Долгое время находясь рядом с матерыми зэками, генерал не хуже уголовников научился, как говорят на Фене, толкать фраеру фуфло. И американские фраера попались на эту удочку. О том, что действительно творилось на золотых приисках, страшно даже говорить. Зэков гоняли до седьмого пота. За невыполнение плана урезалась пайка. Лагерная администрация и активисты из сученных воров лютовали, забивая недовольных до смерти. Стране любой ценой нужно было золото. Много золота. Из воспоминаний зэка, доведенные до отчаяния заключенные от безысходности, даже рубили свои руки, пальцы, ноги и вкладывали их в идущие за океан товары. Лес, уголь, золотой песок с припиской: «Вот до чего нас довели. Помогите». В то время, когда Уоллес хрустел сочным огурцом и глазами раздевал официантку, люди пачками умирали от цинги и туберкулеза.
На самом деле, хозяин Дальстроя напрасно волновался. Уоллес был циником похлеще Никишова и, как мог, подыгрывал генералу. Ведь вице-президент США тайно сотрудничал с СССР. И именно поэтому Кремль поставил жесткое условие Белому дому, чтобы именно Уоллес возглавил делегацию на Колыму. В 50-х годах в Министерстве сельского хозяйства США было разоблачено 7 советских агентов. Но против самого Уоллеса прямых обвинений не выдвинули. За отсутствием прямых улик. Также известно, что Уоллес лоббировал финансирование американской экспедиции в Азию и Китай. А конкретно в те районы, которые интересовали СССР. Есть данные, что Уоллес был убежденным коммунистом и добровольно пошел на сотрудничество с русскими. «Никаких концлагерей на Колыме нет и в помине», – отчитывался Уоллес перед Рузвельтом. «Поверьте, мистер президент, это вражеские слухи, будто бы в Союзе заключенных содержат в жутких условиях и принуждают к рабскому труду на приисках». Далее последовала получасовая хвалебная ода советскому руководству и мужественному народу. Рузвельт, явно заскучавший от этой тирады, жестом остановил Уоллеса. Благодарю вас, сэр Генри. Вы сделали огромную работу. Можете быть свободны. А я послушаю нашего зануду, профессора Латимора. Интересно мнение культуролога. Уоллес откланялся и поспешил на встречу с журналистами. После его ухода Рузвельт достал виски и 2 хрустальных бокала. Выпейте сперва, Латимор. Они многозначительно переглянулись. Ну а теперь, друг мой, рассказывайте всю правду. И вот что, не спешите. Я хочу знать все детали. На самом деле, Рузвельт хорошо знал, что Уоллес не сможет дать точную оценку происходящего на Колыме. Ведь вице-президент не раз открыто восхищался достижениями сталинского режима как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Он даже предлагал перенять у русских практику 5-леток. Но в Конгрессе это восприняли в штыки. Серым кардиналом в делегации был никто иной, как занудный профессор востоковедения Латимор. А на самом деле один из руководителей американской военной разведки. Оуэн Латимор весь вечер описывал Рузвельту грандиозный спектакль, который им устроили на Колыме. Пока Уоллес восторгался коровами и огурцами, бдительный взгляд Латимора подмечал и лагеря, и ряженых НКВДистов. Но в одном кадровый разведчик был согласен с вице-президентом. СССР действительно может в полном размере оплатить поставки ленд-лиза. Запасы золота на Колыме неисчерпаемы. Поездка на Колыму, после которой Уоллес стал вовсю расхваливать советский режим, темпы роста экономики и подход к сельскому хозяйству, в итоге стоил ему политической карьеры. Американцы на выборах в 1948 году отдали предпочтение Труману, и вскоре Уоллеса понизили до министра торговли. Надежда на то, что избиратели оценят его умение договариваться с коммунистами, не оправдалась. И вскоре обе страны вошли в эру холодной войны. Если бы тогда, в 48-м, президентом стал Уоллес, мир развивался бы по совсем другому сценарию. И, возможно, 2 сверхдержавы не тратили бы миллиарды на гонку вооружений. А Иван Федорович Никишов напрасно ждал поощрения от Берии за свой дешевый спектакль. Не до того было главе НКВД в конце войны. Более того, ленд-лизовские аферы руководителя Дальстроя были прямым компроматом на Лаврентия Павловича, который планомерно расчищал себе путь к кремлевскому трону. Поэтому Никишова тихонечко сняли с должности и отправили на пенсию доживать свой век. После окончания войны отношения бывших союзников СССР и США резко охладели. В 50-х годах Сталин наотрез отказался гасить долги по ленд-лизу, заявив, что США преувеличивает размер долга. Но настоящей причиной гнева Сталина было то, что американцы все-таки узнали, куда уходила значительная часть их помощи, и выставили солидную неустойку. К вопросу о выплатах за ленд-лиз стороны вернулись только с началом брежневской оттепели. Спор о долге России перед Америкой ведется до сих пор.